Ладианта – это растение из семейства тыквенных. Искусственно культивируется в Канаде, США и Средиземноморье. Красный цвет плодовая мякоть приобретает благодаря высокому содержанию природных красящих пигментов. Вкус ладианты сладкий, напоминающий одновременно ананас и киви, но без присущей этим плодам едкости. Наиболее популярный способ употребления ладианты – это съедать плоды в сыром виде, но также их можно заготавливать на зиму, варить из них джемы и варенье.